Ребят, хочу порекомендовать единственную официальную донат-систему в игре Watcher of Realms, это Smile One. Здесь ты сможешь купить донат дешевле, чем в самой игре. Ссылочка будет в описании. Ребят, всем привет, вы на канале TK's Party, я TK. Сегодня у нас крутки на Хамета и Беатрис. Ни того, ни того у меня нет героя. На Беатрис обзор теоретически у меня есть на канале, практически готовится уже вот-вот. Что могу сказать, пока герой такой соу-соу, непонятненький, но хочу сказать, что это герой такой же, как Зарис, то есть призыватель существ в своей зоне. Зона достаточно интересная у нее, плюс они взаимодействуют. То есть у Зариса, по-моему, там что-то на 30% СА повышается у этих призванных существ. То есть у нас идет такие саммонеры, то есть призывальщики, и у нас Watcher of Realms сейчас идет по этому пути. То есть до этого вообще практически ничего такого у нас не было в нашей игре. А теперь у нас такие колдуни, которые призывают. То есть, допустим, вот Хамета с Беатрис сравнивать, конечно же, Хамет и Борей будут там, ну, в 2-3 раза, я думаю, даже без тестов сильнее по урону, чем Беатрис. И проблема в том, что, допустим, у Зарис вообще там, да, его эти миньоны исчезают, а у нее они взрываются. Вот, то есть бесконечных пока миньонов у нас вроде как не придумали, кроме как, наверное, у нашего дракончика, да, который тяготы призывает. По-моему, у нее он бесконечный, насколько я помню. Вот. Ну, то есть у нас идет все к призыву существ и их бусту. То есть не бусту самих героев и атаки, потому что оно не так интересно, потому что существ просто они банально больше призывают, чем сами атаку наносят. Вот так нужно понимать этих героев, поэтому на Беатрис я буду крутиться, причем, скорее всего, буду и синие сакралы крутить. Есть уже слив по будущим призывам, сейчас я вам их покажу. Собственно, вот у нас будущие призывы. Кродер Гласий, X15, X15 Хасу Валькира. Далее призыв сюрприз 23 ноября 1 плюс 1. Дальше X15 Лорд Финиас и Магна. На Лорда Финиаса я еще обзор не делал, сделаю. И 7 декабря лично для меня самое интересное, это призыв зарождения. То есть до 7 декабря будем копить гарантированный новый легендарный герой. Это очень активно, это очень актуально для лейт-геймщиков, то есть когда у вас уже много лег. Ну и древний призыв, Тарадор, Пелаги, ни того у меня нет. И, соответственно, X15 на Рачу и Лугару, скорее всего, 29 ноября. Ну, собственно, Рачи у меня нет, Лугару есть, скорее всего, он выпадет, так что, наверное, я буду крутиться, наверное, под Тарадор и Пелагея, потому что Тарадор у меня под похоть высокомерного зайдет офигенно, да, там 30% шансов, что нанесет вторую базовую атаку героя из этой фракции, то есть Тарадорчик у нас топчик. Вот, такая вот слив новостей, но я думаю, что половина уже добрая, кто посмотрит этот ролик, видела. Это группа в ТГ, подписывайтесь, канал ТГ, ВК ТГ, если донатите, то через SmileOne, ссылочка в описании на подешевле, чем в магазине донатов, и при этом официальное. Вот. Ну а мы будем крутиться. Ни Хамета, ни Беатрис, повторяюсь, нет. Все доп-герои очень крутые. Барон, Маул, Лайтлок — это все годные герои. Для новичка это очень хороший X15. Я считаю, как минимум пару эпиков вам, вот новичкам, если вы не под Лего крутитесь, хотя бы 50 здесь накрутитесь, а дальше уже под X2 крутитесь. Вот, если вам не особо Беатрис, там, не знаю, у вас есть там Верна какая-нибудь, Морриган, то вам нафиг они не нужны. Хотя для коллекции, опять же, миньончиков призывает Беатрис. Может быть, потом как-то там будет какой-нибудь супер-мега-баффер. Ну и плюс не забывайте, что Беатрис замедляет цели, по-моему, своими миньонами. То ли когда они взрываются, то ли когда стреляют. Ну, в общем, она бафает свою фракцию, потому что эта фракция на 25% урона больше начинает наносить, когда цели под эффектом контроля любого. Ладно, погнали крутиться. Надеюсь, что первая лего, и она будет Беатрис, и мы на этом закончим. Так, пока у нас эпики. Ассириан и Хэллоу. Это очень годные эпики, на самом деле. Ассириан до 1.18 массовый маг. Хэллоу вплоть до лейтгейма, потому что она бафает, по-моему. Ну, не по-моему, а точно ярость. То есть такая Эллоуин эпическая. Опять, ух ты ж, третья крутка и сужа на X15. Просто дальше, если я сейчас, допустим, достану либо Беатрис, либо Хамет, ну, Хамета, конечно, лучше Хамета, с точки зрения профитности для аккаунта. Итак, ну, это, кстати, не по гаранту вообще. Кто это? Я, кстати, не знаю эту синематику. Это... Ну, не себе. То есть даже не из красных. Это ж какой-то, по-моему, 0.8, да, шанс, что такая лего будет.
А он мне, кстати, зайдет, потому что у меня сейчас пирос на КБшке, это придется переигрывать КБшку сегодня. Ух, блин, а у меня пробуда под него лежала, 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 я ее на Кигире слил. Это очень круто, для моего аккаунта это очень круто, да и в принципе для любого аккаунта это круто. Это Твин, Твинфинд, иногда его называют Твинфилд, я его, по крайней мере, так называл. Как хорошо-то. А на него даже не X15, представляете? То есть на Хамета X15, на Беатрис X15, и мне твин выпадает. Жестко. Сейчас на самом деле бы уже по-хорошему надо все, но можно на таких щах и как бы и продолжить. Ну, кстати, сейчас под X2 надо уже по-хорошему так-то крутиться. А вот если бы это под X2 выплыл, такой, а, это только под X2. Так, обжора солей. Оба героя, кстати, применяются. Один на Кодексе бессмертных обжора, в частности, когда там Стикс идет, и Солей применяется на фракциях очень хорошо. Может уфигачить правый верх. Много эпиков, как видите, сыпят в плане X15, работает точно. Блин, я рад уже, на самом деле, Твин. Осталось только, на самом деле, Беатрис достать, потому что Хамета можно всегда выбить, да? И Беатрис тоже уже всегда можно будет выбить. В смысле, Беатрис прям новенькая. Прям новенькая героиня. Ну, я не думаю, что мы еще одну Легу, конечно, достанем. Но я предлагаю крутиться. Блин, ну это просто везение, знаете, бывает. Не везение, когда 220 до конта. Кстати, у нас апнули Гарант. Я, кстати, не знаю, уже, по-моему, 11 его апнули, да? Беатрис. Не, ну это бан. Это бан. Это еще вторая хоп Беатрис. Не, ну в этом случае надо теперь Беатрис доставать. У меня не было Хамета, я хотел Хамета в свое время очень сильно. Сейчас, конечно, непонятно куда, но под скинчик. Давайте так, под скинчик. Если скинчик будет продаваться, то в принципе, ну по вменяемой цене, потому что его уже минусанули по цене, потому что жалобы пошли. Вот, в этом плане мы пока крутим очень удачно. Даже, возможно, сейчас до Сакралов не дойдем по причине того, что просто банально я всех топов достал. Ну, осталось только Вальдерона достать. Ну, из тех прям, которые я очень сильно хотел. Давайте еще до следующей леги. И хватит. Ну, вот, типа, Рубина-то надо оставить на что-то поинтересней. Потому что там дальше, как видите, хорошие герои будут. И, в принципе, под них... Хотя... Из синих там не особо, что мне сильно надо. Но в ноль тоже нехорошо сливаться. Это не очень. Ну, в общем, когда здесь будет 8000, ребятки, по рубинам, мы закончим. То есть еще где-то 80 круточек откроем. Блин, ну я не ожидал, честно. По моему мнению, X15 может очень отстойно отработать, что вы просто докрутите до момента, чтобы ждать 1 плюс 1, потому что там условно там 180. Сейчас, кстати, надо считать-то по-другому будет. Мы уже все сами привыкли, что типа 220, а будет-то 200. Так что это важно. Теперь по-правильному считать, скажем так. Маул. Не, ну прям X15 работает просто офигенно. Блин, твин синих упал. Прикиньте, твин синих. Просто целый год не падал. Даже уже год и 3 месяца. 4 даже, наверное. Если прям считать с самого начала. Ну, здесь герой осень, опять же, она тоже очень хорошо помогает и на фракции ада, и, собственно, на рейд снаряжения 3, например, очень сильно помогает. Так, ну что, крайне, потому что там еще будет кэшбэчик. И, в принципе, синий можно 1 плюс 1 ждать. А когда он там 1 плюс 1? 23 ноября. Ну, долго, конечно, ждать. Ну, ладно, а что там еще, ну-ка? Кродер, Гласси, Хасу, Валькира. Ну, блин, на Гласси крутиться, ну, чисто как на новичка. Ладно, давайте синий закончим. Пойдемте сакральчики подолбим. Может быть, все-таки Беатрис придет. Хотя я бы, конечно, вот здесь покрутился, если прям совсем честно быть. Или вообще ждать обновления, чтобы Гарант уже, ну, побыстрее наступал. То, что Сакрал это мерзость сейчас крутить, потому что Лего не факт, что будет. Лайтлок, Маул. Ну вот и говорю, если нужно прям очень сильно всяких баронов навыбивать, Сакралы, это ваше все. Медан, топовый лекарь под рейд снижение 2, под Симраха. Интересно, будет Лего вообще, нет? С этого с Сакралов. Или мы кучу Маулов достанем. Давай! Оп, давай, давай. Олегу доставай. Деймон.
не использую и вам не советую особо. Понятно, ждем гаранта, так сказать. Ладно, всех, кроме Беатрис, я достал. Не то, чтобы я сильно жалею, вот, но я бы на самом деле бы оснил. Я думаю, что здесь есть Беатрис. Ну, то есть, условно, если мы докрутимся, то Беатрис выпадет. Но не выгоднее ли крутиться вообще под x2 и отсюда достать Беатрис? Тоже вопросик. Вот, ну, Хамед больше для аккаунта явно сделает, чем Беатрис, а его я уже достал. Да еще и Твина достал. Эх, а потом кэшбэк будет, если я сейчас все солью, всего 1003. Ладно, только ради вас. Собственно, не забывайте подписываться, ставить лайк, колокольчик. Давайте добьем все рубины до следующей лиги. Потому что лега-то тут уже точно по гаранту должна. 200 же будет же, вроде бы. 8 косарей мы сейчас слили, и сейчас должно быть... Ну или я плохо считаю. Тогда будем ждать 1 плюс 1. На синих. Многие в комментариях сейчас напишут, что я кручусь неправильно. Вот сейчас уже надо останавливаться и ждать 1 плюс 1. Это вот новичкам. Лейтгеймщикам как бы... Не, ну можно гарантированную легу подождать, если она из синих будет. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Какой тотальный. Вот, кстати, лучше на энергию тратиться. Просто имейте это в виду. Сейчас еще в конце покажу, как кэшбэк делать. Вдруг кто не знает, но трехзвездочных надо продавать. Потому что за них очень много денежек приходит. 30% кэшбэка за каждого синего возвращается. А фиолетовых надо развеивать потом, когда у вас уже все будут на пятых пробудах, чтобы в магазине покупать. Слушайте, ну все, нет, дальше 1 плюс 1 надо ждать. Беатрис не судьба, как говорится. Но она же не лимитка, правильно? Потом сама выпадет. Так, ну в принципе... А, вот еще синий есть. Давайте, ну что ж тут... По-любому, да, гарант, там, 200-я какая-нибудь крутка. Давай Беатрис, и я тогда буду совсем счастлив. Или пробуду на Хамета, тоже как вариант. Или пробуду на Твина, будет вообще шикарно. Пробуду на Люцка. Ну ладно, ладно, тоже неплохо. В принципе, Люцк играет на Симрахе. Пробуду его бустит в любом случае. Чё-то, вот знаете, как бы, на самом деле Беатрис-то, она новенькая, хотелось ее, хоть она и более слабенькая, но Твин и Хамет, ну, сейчас многие будут говорить, да ты офигел, что ли? Все. Отлично покрутился. Ребят, вы на канале Тики Спати были, досмотрели видео до конца. Огромное вам спасибо. На Беатрис скоро будет тестовое видео с тестами, как она там, чего, где крутая, какая не крутая. Там с Зарисом потестирую, посмотрим, лучше, хуже или так же. Ну и в принципе все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на ВК. Лайк, дизлайк, подписка на канал YouTube. Пока-пока. А, ну и стандартно в комментариях забыл сказать, напишите, как вы покрутились, очень интересно, что вам выпало. Ребят, в конце видео всего лишь хотел напомнить, что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождения любых рейдов снаряжения, повышения урона на КБ и прочее. Если вы где-то застряли, либо вам может нужен совет, обращайтесь. Советы бесплатно, когда что-то за вас делаю, платно, цены достаточно демократичные и приемлемые. Обращайтесь в ВК и ТГ. Ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии.